привет, ребятки! Вы находитесь на канале FIFA by Girl. И сегодня стартует карьера за футбольный клуб Тулуза. Футбольный клуб, основанный в 1937 году. Я не поняла, написано в 37-м, а тут написано в 70-м. Они что, прикалываются, что ли, надо мной? Google, hello. Нет, все, ребят, в 1970-м. Короче, получил название Union Sportive Toulouse, которое впоследствии было изменено на современное Тулуза. Клуб пополнил свою коллекцию трофеев национальными кубками. Одна штука. Основным цветом Тулузы, также, как известного, Le Pichon, малыши, является фиолетовый, что связано с одним из прозвищ города. Город фиалок. Ребят, 6,6 миллиона. У нас тут миллионов... Трансферный бюджет, фиолетовая форма, основная, розовая, резервная. 27 миллионов цена клуба. Посмотрим. Успех международный очень низкий, ну, кто бы сомневался. Домашний успех низкий. Значит, нас не будут требовать выйти в вышку, хотя я удивлена. Развитие молодежи высокий, финансы низкий. Я вот такого тренера сделала, ребят. Вы не представляете. Так, ну давай, берем. А какой у него домашний стадион в реальном футболе? Вмещающим более 33 тысяч зрителей. Стадион Муниципаль ду Тулюз. Так, 30... Ну, да, стадион Европы, но вот эти вот дорожки меня вообще не устраивают. Вот Ivy Lane мне нравится, ребят. А, построен в 37-м. Нормально вообще, если команда в 70-м основана? Ну, значит, стадион у них раньше был создан. 35,5 тысяч, кстати, вмещает. Ну, давай Ivy Lane возьмем. Он такой, в принципе, симпатичный. И я просто назову его вот так же. Стадион Муниципаль де Тулюз. Легенда, 5 минут, еврокубки включены, трансферное окно, сборные, до свидания, жесткость свободна, финансовый, не, давай жесткость сделаем строго, чтобы всякие неймары к нам не переходили, да? А вот финансовые вложения, ребят, ну, смотрите, 10 миллионов, наверное, да, чтобы отправить скаутов. К сожалению, у нас низкий бюджет трансферный. Ну что делать? Ну не 50 же брать. Мы же все-таки не Ньюкасл. 10 миллионов кинем и полетим. Сейчас я покажу вам, ребята, нашего тренера. Зовут его Бен Бака. Он француз. Бенджамин, можно сказать. Бен Бака. Мадам за месье. Вот он! Смотрите, какой он модный. Просто невероятный паренек. Бака возглавляет футбольный клуб Тулуза. Ну, мы, конечно же, предсезонный турнир выбираем, где больше всех платят. В принципе, несложные клубы, я думаю. За 2,5 ляма примем участие. Просимулируем, естественно, все эти игры. Так, идем сначала вот сюда. Ой, смотри, у нас есть отчет из молодежной академии. Генри Абе, Анри Абе, Ганец. Не, ну тут какая-то печаль. Завершаем сразу. О, смотри, у нас есть Махтан Блюндель, 17-летний ЦП ЦОП. 77 рейтинг у него сейчас. Что? Мы его сейчас состав основной. Мартанов, в основной состав, там будем разбираться. Жозеф Хонхер, короче, Лихтенштейн, до свидания. Ну, вот это всех ребят, до свидания. Ну, какого беста там нам нашли? Ребята, за ним будет охота, я чувствую. Дамы и господа, внимание. Опа, ну красавчик же, ребят, ну посмотрите. Ну, просто прекрасен. Ну, прекрасен этот человек. Едем дальше. 16,7... Ну, 16,7, только мы сейчас тут под... Зарплатку вот так 60 с чем-то тысяч сделаем. 14 миллионов у нас. 14 и 700. Прибыль на нуле, но это все исправимо. Ожидание руководства. Подпишите двух игроков из вашей молодежки на следующую позицию защитник. Ладно. Надо было его в защитника перелопатить. Ну ладно. За два сезона подпишите двух игроков. Так, ну одного мы точно уже, еще второго. Ну, я так чувствую, мы вообще набор, упор на молодежку сделаем. 5 игр. Серия из 5 игр без поражений в домашних матчах. Посмотрим. Тут 0. Заработать прямое повышение в классе. Ну, слава богу, не требует пройти дальше пока что. Я чувствую, будет сложно. Кубок национальный до 1/8. Подписать двух ключевых в количестве двух и получить прибыль 25 миллионов. Слушайте, ребят, я помню такого мальчика, которого зовут Бен Йедер. Он феерил за Тулузу. Ему 30 лет. Но он очень дорогой. Ну, вдруг у него когда-нибудь закончится контракт.
И Амин Адли, он тоже прекрасен. Он только перешел в Байер, он играл за Тулузу. Но, к сожалению, вот пока это все. Ну, пробежимся по свободным сразу. Вот сейчас я пробегусь. Пойдем посмотрим состав. Схему не проблем поменять. Максим Дюпе, 28-летний вратарь. Какой у тебя рост, дружище? 186. Ну ладно. Исаак Петерсон. Смотри, ну, 24 года. О-хо-хо-хо! 1,81 м. Сразу до свидания. Мы будем искать вратарей в молодежке. Муса Диара, 20 лет, 63 рейтинг. Разгон 72, печаль. Исиага Сила, 27 лет. Так, ну на ЛФЗ, на ЛЗ у нас есть типы. Расмус Николайсен, 190 сантиметров, ладно. Антони Руяул, 187, ладно. Диаките, 186. Коста, вот это вот не очень. Так, вот этот парень в аренде, этот у нас тоже в аренде. Микель Деслер, правый защитник. Ну, что-то мне сдается, что у него скорость не очень. Хотя нет, у него 80 разгон, ладно. И Сэм Сана. Рапнуль у нас тут есть какой-то, пока не знаю, подумаю. Спирингс, Нидерланды. Высокие парни. Дежаегер, это наш капитан. Все. Ван де Бомен с нами. Так, 25, 20 лет. Давайте вот этого парня продадим. Все-таки 58 рейтинг, это совсем, совсем низкий. Потом мы всем задачи. О, смотри, Мартан Блондель, наш просто бестяра. Может стать неординарным, это невероятное что-то. 24 миллиона он стоит. ЦП ЦОП, давай попробуем его на ЦЗшника перевести. Как ты думаешь? А, понятно. Нет, тогда оставим так. Давай, бокс-ту-бокс. Блин, я надеюсь, ты раскачаешься. Что это за 18 недель? Клери Сербер, 22 года, 63. Денис Женро, 22 года. Атакующий. Скита, Натан Скита. Ну, можно ЦП на Цапник. Ну, посмотрим. Цапников на ЦП использовать. Янис Бегру, ПП. Нгуму. Ротао. Бангре, ну смотри, 20 лет, 58, тоже до свидания. Разгон 60. Слушай, а у них вообще разгон, вот это 82, ну неплохие, пойдет, но у того вообще, это вообще до свидания. Хейли, ух ты, у нас есть англичанин, Рис Хейли. Ладно. Онайву, японец у нас есть. Мвуе, Камерун, ну 19 лет, ладно. Ну смотри, как много у нас ФРВшников. Хотя вот 20 лет тебя продаем. Так, ладно, ребят. В принципе, нам надо усиливать позицию. Может быть, ЦЗшника подписать и ЦПшника. Сейчас я дам всем задачки. Всем раздам. Ну, в принципе, можем пока позволить себе одного скаута. Какого-нибудь добротного. У нас есть один. И еще подпишем какого-нибудь. Ну, вот, 4-звездочный и на 5-звездах у него решение. Саша Бенуа. Так, вот Сашу Бенуа мы во Францию отправим. Искать на 3 месяца нам... Так, давай с уклоном в защиту. Может быть, там и вратарь будет заодно. А вот этого француза Агустин Монье поедет в Бельгию, тут рядышком. Посмотрит тоже. Давай защитничков. Пока защитничков поищем. Все. Потратили денежку, но это вынуждено было. Ладно, давай пока... Так, ну давай. Быстренький расчет. Я верю в клуб. Давай, 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 давай. 3-3. Рафаэль и Адо. Пол состава заменили. Быстренький расчет. 1-1. Ладно. Адо опять забил. Это японец этот, что ли? Адо. Адо-сан. Другая команда интересуется Бенгидером. Тоттенхэм. Ну, у нас нет 40 миллионов, так что пусть. У нас это цель... Ключевых подписать, ну, ребят, не знаю. Вот Адли еще изучают. Дюке. Ну, у него есть таланты, смотри. И бежит он, да и вообще прыжки. Нет, давай его обязательно подпишем. Нам на следующий сезон все равно нужны будут деньги. Продавать ребяток некоторых.
Ну, в ротацию, давай. Он все понимает. Мишель будем его звать. Ой, а какая у тебя зарплата? 5000? Ну, у нас, знаешь ли, не такой бюджет. 3,5 он хочет за 10 выходов. Ладно. Не, давай мы тебе уберем этот бонус. Тут каждая копейка на счету, дружище. Все. Подписываем вот этого парня ноунейма. Не знаю, кто это. По-моему, австралийская у него сборная. Есть первый трансфер. Ланг, венгер. Какая у тебя скорость? Перехваты 65, разгон 55. А вот этот лам, фин, подкаты у него. Перехваты 66, разгон 62. Вот он неплох. Давайте вот этого парня подпишем. Для лавки или, может быть, даже для обоймы. Так, ну выходы на поле убираем. 2900. Ну вот, знаешь что, друг, у нас не так много денег тут. Каждая 1000 на счету. 300. Ладно, давай. Как говорится, ни тебе, ни мне. 3. И давай. Все, подписываем этого парня на ЦЗшнике, который... Джего вот этот, пока я не знаю. Варга. Варга, в принципе, скоростной. Да, 81. Давай подпишем Варгу. А насчет Джего посмотрим. Пока что у меня есть. Хотя центр поля нам надо бы, нам мало ли там кто сломается. Все равно их всех продавать. 4800, смотри, как он считает, что он потянет. 4500. И тут 39,5. Но у нас нет таких денег. Вот у него агент, а. Смотри, он снизил подписной бонус. Ну, давай 4600 хотя бы. Ну, ладно, блин, 4800 хочет. Странно, торги прошли. 4500 надо было, ну ладно. В принципе, он 29-летний. Мы сейчас его возьмем, если что, потом в обменник. Нам сейчас надо свободных набирать, чтобы были деньги. 3300. Не больше. Он согласен. Попробуем, знаете, какого парня посмотреть? Вот Мудрик. Давай его изучим. Я что-то не поняла. Разве он в Аяксе в реальном футболе? Блин, ладно. Без геймфейса. 1-1. У нас все три игры были в ничью, ребят. Все три. Мы не прошли дальше, да, я так понимаю. Да, все, мы вылетели, к сожалению, не заработали ничего. Ну, 550 тысяч. Так, Захарян. Блин, когда он успел перейти? Ну как? Он же в Динамо играет в реальности. Ладно, мы возьмем его на карандаш. А Мудрик? 20 лет, 68. ЛП. Разгон 85. Так, завершение. Я думаю, Захарян в Аяксе раскачается, и тем не его дешево, мне эти товарищи его не продадут. Слушай, где у тебя завершение? 55! Блин, ну 55 это пипец, сколько я тебя буду качать? Мы идем в английскую лигу, у Манчестер Юнайтед есть таланты. Например, полузащитники. Вот Диало, сейчас мы изучим. Эланга, Ганнибала изучим. Шори Тайр, этот голландец. А, это англичанин. Низкий Мингин. Ну, на всякий случай изучим. Вот этот Гелхард хорош. Но насколько логично, что он во Францию поедет. Так, у нас кто здесь вообще? Посмотрите на этих ребят. Аячо, они же Ажаксьо. Осер, Нанси, Амьен, Шам-Ньорте, Дижон, Авангингам, Сашо, Гренобль, Гавр, Ним, Олимпик, Париж, ФС, Кефир, да, за них тупит, играет, По, Квели, Гуен, Роде, Бастия, Кан, который часто в Лиге 1, Тулуза, наш прекрасный, Дюнкерк и Валансиен. Джего хочет поиграть. Ладно, у нас с кем встреча? С Аяча. Для клуба повышение в классе это уже не просто мечта. Мы будем биться. Ну, с вопросы все стандартные. Что значит Деслер не прибавляет? Я не знаю, о ком они вообще говорят. Провальный у нас какой-то парень там есть? Так, кто у нас будет пенальти бить? Блюндель наш? Ну, давай. 4-4-2 они играют. Полетели! Так что помимо Манчестер Юнайтед будет карьера за Тулузу.
Раз в недельку за МЮ, раз в неделю за Тулузу. Ребята, жду ваших лайков. Составы на ваших экранах. Дюпе, вратарь у Тулузы. Сила, Руйол, Лам, Деслер. Ратао, Ван де Бомен, Дежагер, Блондель, Скита. Онайву, японец. Но он должен быть с номером. Блондель взял себе 16-й. Счастливый 16-й номер. Состав Ажаксио. На самом деле они читаются Ажаксио, но в России говорят Аячо. Так что будем говорить Аячо. Состав Аячо. Лерой. На воротах. Диало, Авинель, Гонзалес, Калюлю. Калулу я такого слышала. Баретто, Кутодур, Лачи, Баяля. Курте, Мусити, Око. Сейчас мы их всех обыграем. Настраивайтесь, не настраивайтесь. Наш Блондель сейчас устроит вам веселье. Вот это он, да? Это Блондель. Блин, да ну что это такое? У меня управление не слушается. Не, ну это... Это пипец, я не знаю. Вот сейчас должно все работать. Блин, ребят, я не знаю, но вратарь вытащил. Не поддаются управлению. Так, это Блондель. Да почему? Смотри, они меня сломали сразу. Вставай. Он что, склонный к травмам? Японец хорош, очень. Ой, блин, они еще лупят его, когда... Ну, он еще очень такой... На пластыре сейчас у нас. Давай, давай. Ладно, не получилось там удар. Я все-таки думала, что он пробьет, но там защитник сломал мне игрока. И за это ничего не получил. Блин, друг. Ну... Разбегаешься, может быть. Ничего себе тут пробрасывают. Понятно. Ажаксио забивает Аячо. Мусити Око. А мы так не смогли на пустые. Он там долго бежал еще. Ну, вот тут не успел. Парень наш 12 номер. Ладно. А кто говорил, что будет легко? И мы вообще не успеваем за этими ребятами. Посмотри, опять. Опять, блин, бьет из-под этого чувака 12 номер. Он вообще не блокирует. И вратарь не спасает. А как так прошло, а? Плохо, плохо играем. Он вообще не накрывает, он не успевает. Футбольный клуб Тулуза не парится пока что. Блин, что ты падаешь? Ты чё? Блин, ну где моя оборона? Я вообще не успеваю за ними. Это мы играем в центр поля. Крепкий, да, типа? Я вообще не успеваю ни за кем, смотри. Ну как так-то? И все мимо мяча. Смотри на эти провалы. Ну, вратарь, ну, потащи хоть что-то. Не, я не знаю, что это за бред. Мои ребята вообще стоят. Они как будто не понимают, что им делать. Бей. О, ну, красиво. Ну, один отыграли, уже хорошо. Я сейчас схему сделаю немножко другую. О, это Ван Боммель, между прочим, забил. Главное не пропустить, еще два можем забить. Ну, красивый гол. Первый гол – это гол имени голландца. Так, я сейчас знаете, что сделаю?
Блондель, прости, яга, Джега хотел, давай. Вот так вот я сделаю. Цапника. Скита пойдет сюда. Да. О, этот парень на фланге может. Ну, хорошо. Блонделя заменила, но он, к сожалению, с травмочкой. Что ж тут говорить? Я в защите за МЮ играю очень плохо. Что ж тут за вот этот клуб говорить? Блин, вообще не блокируют! Ну все, это поражение. Ну 4-1. Ну вообще не накрываем. Такие медленные. Почему такие медленные-то? Ну что это такое вообще? Давай, выходи. Дюк и Варга, выходи. Я не знаю, что делать. Вообще, вот отбор нажимаю, и все мимо. О, мы не успеваем ни за кем. Ой, ну ничего себе он ударил. У нас пока задача такова. Блин, жесть. Такие неповоротливые. Пытаться хоть что-то сделать. Наладить в команде атмосферку. Блин, я вообще не понимаю этого. Все стоят столбами. Ну как? Почему все отскакивает к ним? Ну это скрипт. Вообще не... А, и да, конечно, фол. Нам срубили пацана и даже желтую не дали. Посмотри, какие провалы. Я вообще не успеваю. Как они играют? Это какой-то просто бред. Ну, браво. А они не пускают нас. Ой, ой, ну красиво. Не, ну забиваем, но, к сожалению, всего лишь 2-5, а не 2-0. Финн наш, молодой, да ранний. Ну, хорошо пробил. В стиле Бруно Фернандеша. Да, схему я поменяю. Ух, красиво. Куда нам в Лигу 1 с такой игрой? Нам надо тут настраивать, искать бестов. Давай, Ван Боммель, у тебя хорошие удары. Да, вот опять провал. Ой. Было близко и опасно, но он не прошил ближку. У нас есть цель. Мы к ней, конечно, идем. Всеми правдами и неправдами. Ой, боже мой, не залетело. Ой, наконец-то хоть какой-то отбор сработал. Может быть, это на старте они такие. Потом возьмут и провалятся. Ребят, проиграли мы, к сожалению. Но целяви, как говорится. Первый блин оказался комом. Посмотрите на этого красавчика. Просто приятно смотреть. Сероглазый брюнет. Сезон длинный. Пойдем багеты поедим. Пойдем винца выпьем, да, он сейчас скажет. Ну, французы же. Так, а что с Деслером? Там какая-то печаль произошла. У нас нет денег. Будем рассчитывать на молодежь. 4 недели, блин, ну это жесть. 4-4-2 я буду играть. Вот 100 лет в нее не играла, вот честно. Вот и поиграю. Так, ну давай, сколько у нас денег? У нас 10 миллионов. Нам нужны фланги. Диало. 3 миллиона 100 только что перешел. Эланга. Вот Эланга мы можем. Посмотри, сколько у него талантов. А завершение... 62. Блин, а сколько у Мудрика завершение? 55. Возможно, согласится. О, смотри, у нас новый... Это уже не Сульшер здесь, да? О, они согласны. Блин, дорого, наверное. Вообще, надо было подписать ключевых. Давай одного ключевого сейчас сделаем. Пускай. Я хочу его в старт видеть. Потом мы что перезаключим. На 5 лет. Не-не-не-не. Отказаться от выплаты. 9900. Ну ты серьезно, блин. 9500 и 80 тысяч. Ребят, у нас сколько денег-то?
Понятно. Сейчас еще психанет. Все. Договариваемся с Энтони Эланга. А, вот смотри, у нас есть вот этот Альхо. Я его сейчас подпишу и на правый фланг. У нас нет правого защитника, как оказалось, достойного. 300. У нас такие ценники. На новоприбывших. Все. Этот Финн согласен. Вот тут есть Саммервиль, но мы уже подписали чувачка. Гелхард. Кстати, ребята, вот этого Гелхарда я сейчас попробую подписать. Вот этого Зобо и предложу 2 миллиона. Как вы смотрите на это лиц? Блин, 3200. Их вообще не интересуют мои ребята, да? А вот этот вот Том Рапнуиль... И 2300. Блин, они этих типов не хотят видеть. А если я скажу 3? Ровно. Лиц. Все, они готовы. Еще есть Джек Лане. Помните такого? Так, ключевым давай пойдешь. И все. Потом, если что, сделаем тебе ротация. Не. Но пока я не хочу этого Джека брать. Может, попозже. Он дешевый. Так, подожди. Давай Блин, я боюсь, он психанет. Давай 10. 10 тысяч, чувак. Это максимально. Ладно, все. Подписываем этого юнца, да, ключевых, потому что надо закрыть позицию. 180. Ну, позицию двух ключевых подписать. 183 сантиметра. Еще прибыль надо взять. Вот этот вот Рапнуиль нужен Манчестеру. И 800 тысяч. Чё бы нет. Блин, нет, они не хотят. А если я вам дам нападающего и 880 тысяч? У нас денег вообще ноль уже. О, смотри, они хотят 970 и 2%. Давай, 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 давай. 2% ничего страшного. Ротационный, конечно. Теден Минги. 5 лет. Ну, мне кажется, 7 тысяч нормально будет. Да. Все. Подписываем юнца еще одного. Надо с контракт кое с кем перезаключить. Вся линия центральная остается. Сана. Ну, разгон у тебя какой? 62. У Деслера 80. Сана на трансфер. Бангре у нас на трансфере. Вот этого Мвуе на трансфер. Вместе с Зобо. Все. Вот такой розовой маечки. В 5 защитников играют. Сейчас просто будем разрывать. Давай. Отлично. Пожалуйста, японец. Блин, вратарь. Да как ты бьешь? Блин, он же правоногий. Зачем ты бьешь слева, Эланга? Ой-ой-ой, зачем вы разбежались-то? Блин. Фух, вратарь лучший, просто лучший. Бортес! Давай, давай, Варга. Блин, неудобная передача. Эланга, иди сюда. Надо ему ногу качать левую. Он ужасно бьет. Там такой был верняк просто. Ну, ё-моё, я была уверена, что нам забили. Обман зрения. Они качают меня просто на раз-два. Накрывай. Фух, защитник. Ладно. Да, ребята. Ну как так? Они вдвоем бегут и тормозят. Я думала, он уже выбьет. Хорош. Это капитан наш. Гелхард. Ух ты, что сделал? Да! Я вообще не уверена была, что он забьет, но он бил из-под защитника. Первый вынимай. Хорош. Развернулся там здорово так, Гелхард. Вот тут оп.
оп, оп, и вот тут оп, не стал мудрить. С дебютным голом тебя, Джо. Ничего себе, не, ну какие у него пушечные удары, к сожалению, для нас вратарь там потащил. Ёпарасоте. Второй! Второй, ребятки! Второй! Джо! С дублем тебя! А кто голевой? Капитан отдавал? Кэп просто. Там защитник проспал. Так, ну Альхо придал нам все-таки, мне кажется, уверенности на фланге правом. Ой-ой-ой. Ладно, все вернулись вроде. Эх, блин, забери. Ну как, ну все же вернулись. Ребята, ребята, Юнг. А у них прикол такой на той стороне, что ли, шорт. Номер писать в Лиге 2. Вот тут вот, блин, как же качнули быстро этого Минги нашего. Ладно, нам надо забить еще, и они отстанут тогда от нас. О, провальчики, их перекладина, заберите. Пфф, все понятно. Ребята, мы плывем на этой лодке. Давай, Ван Бомен, Ван де Бомен устал. Ой, Онайву, ходи, давай Нгуму, что ли, вместо Варги. Не, ребят, я не знаю, что делать. Моя защита проспала все. У нас будет цель держаться в середине, походу. Вот тут... И все, и никого нет. Вот что самое обидное. Никого нет вынести этот мяч. Ну, 4-4-2 схема лучше, чем та первая. Ну, это штрафной, да. Жаль, что не Пенка. А кто у нас штрафные бьет вообще? Умеем мы их бить? Не получилось. Качели. Штрафной. Ой, да, ребята, да. Начали с поражения, теперь вот ничейка. Ну ладно. Ух ты! Не, ну вратарь наш молодец. Дюпе в порядке. Хорош. Если учесть, что они в 5 защитников. Так, спокойно. Офсайд, что ли? Ну ты серьезно? Откуда ты это нашел офсайд? Да, да, я уйду в оборону. Вынимай! 2-3. Наш капитанище кладет третий. Все, ребят. Я ухожу в оборону. Смотри, как... Ой, ну тут оборона, конечно, у них тоже классная. 2 гола плюс пас от нашего юнца Джо. Так, я в оборону ухожу. Все, ребята, мы это сделали. Ух, какая была тяжелая игрушечка. Но мы справились. Какого юнца подписали, а? Отказать. Ну, из Бельгии у нас такое себе. Ну, вот есть Томас Ленар. Ладно, подпишем. Давай тебя тоже этим отказать, этому. И из Франции. Тут скаут почетче, хотя смотри. А вот. Угу. Самуэль Угуе. Угу. Подпишем. Здесь отказать. Ну, да. Отказать. Давай посмотрим. Что тут у нас? Томас. Так, Угур. Он у нас ЛЗ. Ну, давай мы тебя разовьем в инвертированного. Ленар. Ладно, давай, раз ты цопник.
Ван Хофф тоже у нас цопник, но он высокий. Давай попробуем тебе. Ну, ты точно не будешь защитником, тоже тебе на цопника. Наверное, по три игры я буду играть, просто из-за того, что у нас затянулось приветствие туда-сюда. Поэтому две всего сыграла. Ладно, мы на 10 месте, ребятушки. В следующем выпуске у нас будет футбольный клуб По, потом Бастия и затем Дижон. Кубка я пока не вижу, может быть, уже есть календарик. Вот с этим клубом. Это какой-то клуб из Лиги 2, по-моему. Я рассчитываю на вашу поддержку. Спасибо, что смотрели этот прекрасный выпуск. Оставляйте свои комментарии, кого подписать. Хотя денег у нас не так много. У нас 4 миллиона. И в минусе прибыль. Нам бы продать, ребят, но... Сами понимаете. Это все очень сложно. Увидимся с вами где-то через недельку, наверное. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Всем пока! Вот такой лайк от вас жду. Покасики.